Более 80 тысяч граждан уже получили бесплатный земельный участок на Дальнем Востоке. Проект стал возможным благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Чтобы оказаться в числе счастливчиков, выполните эти 7 шагов. Заявка оформляется на сайте надальневосток.рф. Авторизуйтесь в системе через учетную запись портала госуслуги.ру. В разделе «Карта» определите место вашего гектара и проведите автоматическую проверку на отсутствие ограничений. Если их не выявлено, следуя инструкциям на портале, подайте заявку в личном кабинете. При положительном результате вам будет направлен проект договора о предоставлении участка в пользование. Его останется только подписать. Использовать землю можно для любой деятельности, не противоречащей российскому законодательству. Государство поддержит вас грантами, субсидиями и льготным кредитованием. Но не забудьте через 3 года предоставить декларацию об использовании земли. По истечении 4,5 лет, если гектар освоен, вы сможете оформить его в собственность. Жить и работать на своей земле – это ли не мечта?